таблицы умножения можно освоить всего за 3 часа. В основе онлайн-курса «Таблица умножения за 3 часа» лежит игровой момент и образное мышление. Используются яркие картинки, необычные истории. Запоминание происходит непроизвольно, само по себе, как от просмотра сказки или мультфильма. Ребенку интересно наблюдать за ходом событий, хочется узнать больше. Поэтому таблицу умножения за 3 часа может освоить любой, даже гиперактивный ученик. В онлайн-курсе всего 5 видеоуроков. 4 урока – это умножение и 1 урок – деление. Каждый продолжительностью 25-30 минут, плюс 4 мини-урока повторения. В общей сумме получаем 3 часа. В курсе «Таблица умножения за 3 часа» разбираем суть умножения и деления. Где и как можно использовать знания таблицы в обычной жизни. Легко запоминаем сюжеты 36 примеров на умножение. Закрепляем знания решением числовых задач. Курс базируется на методах эйдетики и мнемотехники, самых эффективных на сегодняшний день способов запоминания информации. Множители представлены не в виде цифр, а в виде персонажей, как в рассказе. А произведение – это короткий сюжет о главных героях. Преимущество такого подхода – это интересная подача материала, быстрое, непринужденное запоминание, отсутствие путаницы в ответах, увлеченность при решении уравнений, желание решать больше, потому что получается легко. А самое главное – это результат, который вы получаете уже во время урока. Курс рассчитан на детей от 7 лет, когда появляется необходимость в изучении таблицы. И каким бы захватывающим ни был материал, младшим школьникам очень трудно удерживать свое внимание на одной задаче более 15 минут. Поэтому в середине каждого урока проводится зарядка для мозга. Это кинезиологические упражнения, которые позволяют переключить и сконцентрировать внимание, активизировать правое и левое полушарие, отдохнуть, повеселиться и перезапустить мозг. Также каждый урок сопровождается фоновой музыкой. Она повышает активность мозга, успокаивает, способствует запоминанию информации. Видеоуроки объясняются простым и доступным языком. Ребенку понятно, что необходимо делать на каждом этапе. Нажать на паузу, подумать, вспомнить, решить. А у родителей есть возможность общаться со мной в закрытой группе в Facebook или ВКонтакте. Получить консультацию, связанную с прохождением курса, даже после его завершения. Еще один приятный и мотивирующий к работе момент – в конце пятого урока участников ждут дипломы. Но как же не купить кота в мешке или где гарантии? За 4 года по этой методике успешно прошли обучение более 1000 детей – индивидуально, в группах и по Skype. Такой опыт дал возможность создать эффективный алгоритм и применить его в онлайн-курсе «Таблица умножения за 3 часа». Качественный результат программы полностью зависит от четкого выполнения инструкций и желания активно работать в течение 5 уроков. Вы спросите, будут ли эффективными занятия без живого участия преподавателя? Да. Во-первых, сегодняшнее поколение с большим вниманием воспринимает информацию с мониторов, нежели слушая учителя в школе. Во-вторых, курс насыщен яркими образами, которые позволяют поддерживать интерес к обучению во время занятий. И в-третьих, речь обращена к ребенку и предполагает форму диалога, где необходимо подумать и ответить на вопросы. Два слова о преимуществах дистанционного онлайн-обучения. Во-первых, таблица умножения за 3 часа – это авторский курс, который не имеет аналогов. Из-за большой популярности не у всех есть возможность пройти его очно. Поэтому создан онлайн-формат, чтобы сделать его доступным для всех желающих. Вы самостоятельно планируете удобный график уроков и ни от кого не зависите. Экономите время и деньги на трансфере в учебный центр. Легко заходите с любого устройства, в любом месте, где есть интернет и принтер, чтобы распечатать примеры. Можно заниматься дома, у бабушки, на отдыхе, по выходным и каникулам. Получаете подробные инструкции по каждому этапу обучения. При необходимости у вас есть возможность пересмотреть материал. Чтобы быстро разобраться с техническими деталями, как заказать курс, внести оплату, зарегистрироваться на платформе, проходить занятия,
вы можете ознакомиться в следующем коротком видео. Техподдержка, таблица за 3 часа. Ссылка будет под этим видео. Ну и до встречи на занятиях!